Проект Token был представлен на блокчейн Virtual Go Hack в Арабских Эмиратах. Проект, основанный на платформе Machine to Machine, открывает новую эру в обмене информацией. Команда представила на Virtual Hackathon YouTube-видео, в котором показано использование автомобилем Tesla платформы Ethereum для самостоятельной оплаты пошли. В интервью ATH News команда проекта Token заявила: «Эта платформа предназначена для внедрения блокчейн в реальный мир».